Ильхам Алиев стал наиболее успешным и влиятельным лидером Южного Кавказа за все постсоветские 30 лет. Как передает канал 13, об этом заявил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» известный российский режиссер, народный артист России, гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров. Он отметил, что усиление позиции Азербайджана на Южном Кавказе позволяет президенту Ильхаму Алиеву всерьез претендовать на роль политического лидера всего региона. Как предположил Карен Шахназаров, для достижения этой цели у него есть и деньги, и ресурсы, а теперь и военные возможности. Ильхам Алиев – политик умный, с хорошей школой. Южный Кавказ нуждается сейчас в неком региональном единстве. А кто сегодня может претендовать на то, чтобы быть в этом региональном единстве лидером? Господин Алиев с Азербайджаном, который выиграл войну, у которого есть нефть, есть деньги, сказал Карен Шахназаров. Вообще новая конфигурация может возникнуть совершенно необычная, потому что я понимаю, во-первых, Алиев сегодня стал наиболее успешным политиком Южного Кавказа за все 30 лет постсоветских. Наиболее успешным, наиболее влиятельным. Он, видно, политик умный, безусловно, с хорошей школой, тоже безусловно, честолюбивый. Какие могут быть возникнуть в такой ситуации претензии? А претензии Южный Кавказ так или иначе нуждается в неком региональном единстве. А кто может сегодня претендовать на то, чтобы быть в этом региональном единстве лидером? Вот как раз господин Алиев с его Азербайджаном, который выиграл войну, у которого нефть, у которого деньги, да?